6-го магазина Евроспар в Омске. Со мной Оксана, коммерческий директор сети. И мы сегодня вместе с ней пройдемся по магазину, посмотрим, что они подготовили для местных жителей. И я чуть-чуть поспрашиваю, как я это обычно и делаю, о том, как создаются новые магазины и с чем новым хотят познакомить коллеги своих покупателей. Оксана, добрый день. Добрый. Предлагаю сейчас пойти внутрь, уже посмотреть, как начинает работать магазин, и посмотреть какие-то детали. Сколько SKU сейчас смогли разместить на данном пространстве? На данном пространстве у нас более 15 тысяч SKU. О, широкий ассортимент. Очень широкий. У нас более 1200 SKU только в собственном производстве. Соответственно, все остальное – это основные категории и сопутствующая группа. Мы постарались сделать вовлеченность покупателя в процесс покупки с самого начала через яркую фруктово-овощную категорию с представленным широким ассортиментом. То есть весь ассортимент – это наши местные поставщики. Мы представили к овощной категории терки, у нас есть овощечистки, масло растительное, которое может покупатель сразу приобрести. К формату заготовок, осень. А, вижу выделенные товары, товар по купону. Это у вас, соответственно, маркетинг? Да, какие вещи? Это у нас промо-мероприятие. Люди по купону, вы видите, что 1 и 2 числа могут приобрести виноград по выгодным ценам. С точки зрения говорящего магазина, уже вижу яблоки Golden, которые явно проговаривают о том, и вот очень нравится вот такая история, обратите внимание. Кроме этого, мы видим, что и умные ценники у нас расположены на экзотические фрукты. Мы на сегодняшний день постарались представить ассортимент для покупателя, чтобы он зашел, что-то приобрел и был доволен. По поводу кросс-выкладки, вот такие вещи, когда вы шампанское ставите вместе, ну, классическое, ананасы плюс шампанское, работает? Работает, работает. В данный момент человек, когда берет ананасик, он видит шампанское и может его с удовольствием приобрести. Ну, это ему напоминалка. Да, ну и очень мне нравится, так, знаете, люблю такие вещи, когда мы четко видим, в каком городе мы находимся. Потому что Евроспара действительно по стране уже много. И, соответственно, когда мы познакомились с коллегами несколько лет назад, Дмитрий и Ольга как раз сказали о том, что они становятся теми обладателями там, очередной франшизы. Было любопытно, через сколько времени запустятся новые магазины. И вот сейчас мы уже на 6-м объекте. Это здорово, что Омск тоже получил такого качества магазина. Мы гордимся своими магазинами. Да. Фрукты, овощи всегда в Евроспа, вообще в спарах, они действительно такие наполненные категории. Я удивлена такой наполненностью категории в разрезе сухофрукты и орехи. У вас жители Омска так любят сухофрукты? На самом деле это очень востребованная категория, насыщена витаминами, микроэлементами. Да, люди с удовольствием приобретают. Подойти к диспенсеру, себе сколько надо сделать вес, пройти на весы самообслуживания и взвесить. Обращу внимание, очень много вот таких вот действительно накопителей, позволяющих очень комфортным образом воспользоваться и самостоятельно взять столько, сколько требуется. Ассортимент представлен довольно-таки широкий. Но и дублирование идет уже. Да. То есть, если человек не хочет сам воспользоваться, он может взять фасованный ассортимент. Местные торговые сети всегда стараются отпозиционироваться от федеральных своими брендами, брендами местных производителей. Что вы можете сказать об этом? Какой процент ассортимента местного у вас, и которого мы не встретим федеральных игроков? Ну, на самом деле у нас очень большой ассортимент местных производителей. У нас представлена молочная продукция, Любинский консервный завод, да? У нас Монрос представлен, у нас Побочина. Если мы посмотрим, то у нас есть фермерские продукты, это Побочина, алтайская буренка,
который очень полюбилась нашему покупателю. Данная продукция всегда свежая и просто отличного качества. С точки зрения выкладки дополнительно я вижу по поводу настоящие фермерские продукты. Мы сейчас еще в одну категорию придем, где, по-моему, у вас прям фермеры работают. Да. Кроме этого, у нас оказывается сервис. Вы можете взять любой кусочек мяса, вам сделают фарш. Данная услуга бесплатна для покупателей, что очень удобно. С точки зрения вот самого ассортимента и подготовленности, коллеги, это ваши партнеры? Это наши партнеры. То есть фактически вы им сдаете в аренду данное пространство, а все проходит через кассу? Да. У них своя касса. То есть они полностью здесь могут работать? Да. Все поняла. Я хотела особое внимание уделить живой рыбе. То есть данное место – некое притяжение для покупателей и детей, да? Да. Что детки, когда подходят, они с удовольствием наблюдают за процессом. Вам с удовольствием выловят любую рыбку, которая на вас смотрит, какие глазки вам понравились. Кроме этого, также у нас есть бесплатная услуга, вам ее бесплатно почистят. Давайте перейдем к собственному производству. Да. Мы находимся сейчас у большого достаточно пространства, где много замороженной продукции. Расскажите, что именно делается вами, что именно делается для вас? Вот, подскажите. Ну, я изначально хотела сказать, что у нас 5 собственных своих производственных цехов. И 17 пекарь. Соответственно, замороженная продукция, замороженные полуфабрикаты, мы видим пельмени, вареники с разной начинкой. Они есть и со сладкой начинкой, и овощной. Кроме этого, обратите внимание, какие чудесные пельмешки есть для деток. То есть они разноцветные. Есть шоколадные вареники. Да, вот, такой, скажем, эксклюзивный ассортимент, который встретится не в каждом магазине нашего города. Да, отличаться действительно можно и нужно. Ну, Евроспары славятся готовой едой. И я, конечно, не могу не заметить то, как одеты ваши коллеги, то есть это ресторан внутри магазина, да, фактически. Ну, вот этот гастрономический остров с интерактивными станциями вообще является, наверное, главным притяжением и сердцем каждого Евроспара. Люди, проходя мимо, я думаю, мимо они пройти не могут, то с удовольствием приобретают то, что здесь производится. Это некое шоу для покупателей, и они видят, что это делается своими руками. Тут же они могут посмотреть, подождать, выбрать. Им всегда посоветуют, расскажут, из чего, с чем, как, что, почем. Но мы горды своим производством. Да. Но, я вижу, что тут не успевают ребята уже выкладывать, потому что очень быстро уходит то, что приготовлено ими только что в печах. Вот. Ну, реально, сегодня открытие, прошел уже некий поток, и не первая уже, так скажем, продукция, которая произведена сегодня, выпечена, поэтому, да, все стараются как можно наполнять сейчас, быстрее все пополнить, чтобы покупатель остался доволен, не ушел с пустыми руками. Обращу внимание, знаете, когда ведь можно делать красоту в деталях, да, вот обратите внимание, просто пюре, но это пюре, оно выглядит совершенно потрясающе. Это шедевр наших, так скажем. Я совсем недавно задумалась о том, что в магазинах каждый день это мероприятие. То есть каждый день надо быть на высоте, надо быть с настроением. Потому что я очень много мероприятий посещаю, но я понимаю, что в каждодневной работе, когда у тебя каждый день мероприятие, это очень тяжело. А все коллеги ваши, они фактически работают в таком напряжении каждый день.
Ну, я могу сказать, что да, это тяжелый труд, но он благодарный. Когда мы видим довольного покупателя, который от нас уходит реально доволен с тем, что он захотел выбрать, приобрести, его устраивает качество, он возвращается к нам, потому что он уверен, что это все можно приобрести по выгодным ценам. Это удовольствие от того, что идут к нам, а не мимо нас. Это самое главное, для чего мы работаем, удовлетворить потребности покупателей. На сегодняшний день мы очень стараемся это сделать и будем стараться дальше. То есть мы для этого работаем. А сколько человек сейчас работает в этом магазине? Вообще здесь около 100 человек вместе с производством. Угу. То есть получается, ну сейчас у нас большее количество работает, да? Чтобы первых покупателей точно успеть всех. Сегодня день открытия, поэтому надо постараться всех качественно обслужить. Если мы в первый день не сможем этого сделать, да, покупатели, да, могут к нам не вернуться. С точки зрения вот ассортимента собственного производства, я вижу очень много хлеба. У нас более 300 позиций, если мы берем выпечку, хлеба. Вы, насколько я знаю, достаточно много работаете со собственной торговой маркой. Мы можем показать, Спа рекомендует. Здесь у нас макаронные изделия, рис, гречка, консервация. Также у нас СТМ размещен на дополнительных местах продажи по всему магазину и в каждой категории отдельно. По результатам продаж в других 5 магазинах, что наиболее популярно ваши покупатели и в какие категории, без которых, ну скажем так, однозначно не можете представить СТМ? СТМ? Я могу сказать, мы точно его не можем представить, его отсутствие в бакалее. Широкий ассортимент, я уже говорила, макаронных изделий, круп, масел растительных, консервации. Еще точно пропустили, но, наверное, нужно вернуться, просто я это вижу здесь. Ваши цветные макароны, да, какие-то любопытные. Да. Расскажите про них подробнее, где вы, как делаете. Это, я понимаю, что вы вашего производства. Да. Это тоже наше производство. Делают... Такие замечательные. Понятно. Кроме этого, используются только натуральные красители. Это шпинат, морковь, свекла. Наши покупатели очень любят... Сколько срок годности таких продуктов? 30 дней. Кстати, хотела здесь уточнить. Мы совсем недавно рассуждали в одном из наших интервью по поводу того, что вот такая открытая выкладка, когда сами продавцы накладывают для покупателей конкретный вес, она уже во многих крупных магазинах начинает сокращаться. И отдается большое количество места отдается именно под упакованную, предупакованную еду, которая в заводской же упаковке, да, приходит. Вот как сейчас вам в Омске обстоят с этим дела? То есть все-таки сейчас пока что покупатель приходит, чтобы им положили ровно столько, сколько ему нужно, или начали уже очень активно покупать предупакованный продукт готовой еды? Вы знаете, на сегодняшний день покупатель покупает как весовую продукцию, которую он может попросить у продавца, чтобы его обслужили, так и фасованную. Чем отличается то, когда он покупает весовую? Ему продавец красиво расскажет, что в ней, какие ингредиенты, что там полезного, предложит. То есть это тоже некий сервис. Если покупатель не хочет ждать, пока его, то есть, может быть, очередь, еще что-то, пока его обслужат, он может подойти и выбрать сам фасованную продукцию. То есть мы стараемся удовлетворить любого покупателя. Ну, на текущий момент я вижу, что вы много места выделяете для готовой еды и именно вот в формате, когда продавец помогает покупателю. Очень мне нравятся все вот эти ваши любопытные
надписи, которые... Вы знаете, вот эта история про говорящий магазин, которую я очень люблю и постоянно транслирую, что в любом магазине любого формата нужно делать говорящие магазины, потому что только посредством говорящего магазина вы освобождаете немножко и даете чуть-чуть больше свободы вашим продавцам, если обращаться непосредственно к владельцам магазинов, да, и... дополнительный сервис таким образом вы создаете, и атмосферу магазина, да, когда с вами разговаривают просто полки. Вот, ну, это да. Кроме этого, это несет положительные эмоции. Покупатель подошел, прочитал, улыбнулся. Да, однозначно. Мы не пойдем сейчас в другие помещения, где много всего у вас. Я отдельно, я уже заглянула, там на самом деле как второй магазин, потому что у вас, я так понимаю, формат, когда накопитель товаров здесь же, в этом магазине происходит. Да, да. Насколько это удобно, неудобно? То есть, или это для вас привычная работа? Для нас это привычная работа. У нас большее количество поставщиков непосредственно делает доставку на магазин, но складские помещения, приемка настолько удобно сделана, что наш персонал комфортно себя чувствует и, в принципе, ему удобно товар получить и доставить его в торговый зал. Еще на одном объекте вашей сети. А давайте чуть-чуть вы мне расскажете, а сколько вообще в вашем управлении объектов, какие сети магазинов, для того, чтобы чуть-чуть больше знали наши зрители. Данный бренд с 2019 года. Он входит, управляет данной компанией, данным брендом О-формат, который принадлежит также торговая группа «Победа». На сегодняшний день это 22 объекта. В них входит, помимо «Победы», еще и «Еда». Это более мелкий формат. «Победе» мы также уделяем очень много внимания. В ней есть и собственное производство, и также представлены группы «Фреш» и «Ультра Фреш». Это более 50% торговой площади. Но сейчас, конечно, больше внимания уделяется «Евроспару», потому что это более современный бренд. И на сегодняшний день мы думаем, что он более востребован будет покупателем. А сейчас мы находимся на объекте. Какой квадрат здесь, сколько квадратных метров, сколько SKU? 1250 квадратных метров. SKU на данном объекте также более 15 тысяч. Соответственно, также более 1200 SKU собственного производства. Более 200 позиций фруктово-овощной категории. Хорошо, давайте мы сейчас пройдем, посмотрим. На самом деле мы здесь видим, у нас есть вывеска снаружи, есть вывеска внутри, максимальное брендирование, это уже мы точно наблюдаем. Здесь больше касс. Да, конечно. Да, перекусную, что я хотела отметить, да, здесь больше касс. Касс, как мы их привыкли видеть в традиционной форме, да, у нас Евроспар, который открыли мы сегодня, это первый из Евроспаров, где мы организовали зону касс-самообслуживания. Также у нас есть еще один магазин, это магазин «Победа», который находится по адресу 10 лет, октября 136А, где первыми в нашей компании были внедрены кассы самообслуживания. На сегодняшний день поток на «Победе», который я назвала, более 40% покупателей проходит через кассы самообслуживания. То есть быстро привыкли? Быстро привыкли, их зазывают, им помогают. Особенно, конечно, это молодежь, средний возраст. Им интересно, они... Ну, с удовольствием, можно сказать, идут, потому что им неохота терять время, даже если стоит два покупателя в кассу, им довольно-таки комфортно и быстро
обслужиться на кассе самообслуживания, сделать свою покупку и довольно уйти. Оксана, мы сейчас находимся на входной группе. Я вижу категорию овощи, фрукты. Я вижу сухофрукты и орехи, которые у вас очень выделены. Я вижу достаточно большой кросс-ассортимент на консервацию. Это классика в какой-то мере. Ну, подчеркните какие-то те моменты, которые, возможно, коллегам будет интересно услышать. Ну, во-первых, сейчас у нас, все знают, заканчивается сезон арбузов. Дынь, да, мы их поставили практически на входную зону, чтобы покупатель себя мог побаловать по более приемлемым ценам, сезонным товарам, которые в данный момент отходят. Какой у вас широкий ассортимент винограда? Как вы добиваетесь, чтобы столько можно было предложить вашим покупателям? Ну, на самом деле, на сегодняшний день у нас достаточное количество поставщиков, с кем два раза в неделю мы проводим электронные торги. Соответственно, кто из них предоставит наилучшую цену, тот себе обеспечивает доставку товара в наши магазины на протяжении 2-3 дней, в зависимости от периода. В связи с этим мы стараемся нашему покупателю предоставить наилучший выбор и по более выгодным ценам. Я могу сказать, что, скажем так, видя 100 рублей за килограмм, это для меня удивлением является. Да, у нас и 90 рублей. То есть ассортимент довольно-таки широкий. Кроме этого, мы также акцентируем внимание, что это все-таки на данный момент сезонный товар. Так, ну вот у нас есть и нарядные ценники, которые дополнительно дают информацию для покупателей. Вижу кросс-ассортимент в виде нарезанных уже, да, фруктов. То есть мы нашему покупателю предоставляем возможность выбора не только, как говорится, весовой продукции, но уже и фруктовых миксов, нарезанной продукции. То есть он может взять. Мы видим, что есть, так скажем, вилочка продукции, да, и перекусить либо в нашем кафе, либо по дороге домой, либо на рабочем месте, то есть где ему душе угодно. Находясь в таких магазинах, у нас всегда есть суперцена. Да. У нас есть, так скажем, аллея скидок, на которой также представлен ассортимент, которым мы зазываем покупателя. Это первое, на котором мы акцентируем внимание, что приходите, у нас выгодно. Данные промо-аллеи мы согласовываем с поставщиками не за 1-2 дня. То есть это работа, которая проделывается заранее. За полгода у нас уже расписывается, какой поставщик, на какой период, когда встает, с каким процентом скидки и так далее. На сегодняшний день товары в аллее скидок у нас меняются 2 раза в месяц. То есть период у них по 2 недели. Сопровождается данная, ну так мы ее называем, суперцена, шок-цена у нас яркими ценниками. Ну и, соответственно, да, выделены кроме зоны, этого, которые, да, она анонсируется. Очень заметно. Здесь особенно в этом магазине заметно. Скажите мне, пожалуйста, про весовые конфеты. Вот если, если говорить именно про весовые конфеты, насколько внимание большого покупателя именно к весовым товарам? Знаете, раньше данная продукция у нас фасовалась. Фасовалась на нашем центральном складе, да, и потом развозилась по магазинам. Но со временем мы сделали вывод, что весовая продукция гораздо лучше востребована у покупателя. И, соответственно, уже и на Победах, и на Евроспарах мы торгуем весовой продукцией. Она представлена у нас на Евроспаре в более широком ассортименте, чем на Победе.
и довольно-таки востребованное. Удобное оборудование, я отмечу, на самом деле очень привлекает к себе внимание, и в какой-то мере вы сейчас подтверждаете наш вывод с одной из конференций, где мы разбирали как раз категорию кондитерских товаров, где как раз у нас было одно выступление, которое показывало, рассказывало кейс о том, что весовая продукция лучше дает в итоге прибыль, нежели у предупакованная. Да, она у покупателя создает, то есть ощущение, что оно может быть более свежее. Он сам себе взял, сколько ему надо, ему и ничего много, не много, навязывает. Много, много. Да. В итоге оп, и получается сильно конечно, больше. Да. Так получилось, что у нас уже сторонка был алкогольный отдел. Сколько здесь SKU и, ну скажем так, если можешь поделиться, больше, меньше, самый широкий ассортимент? Здесь у нас не самый широкий ассортимент. Самый широкий ассортимент у нас на 4-м спаре, где торговая площадь занимает 1450 квадратных метров. Но я уже могу выделить определенное специальное торговое оборудование, которое представляет вино по-другому. Есть винная гондола, на которой присутствует более, так скажем, премиальный ассортимент. Да? Присутствует холодильник для охлаждения вина, то есть покупатель может себе выбрать бутылочку уже домой, прийти с охлажденным продуктом, так скажем, и ему не надо дополнительно его охлаждать. Или прямо уже сразу взял, пошел. То есть мы видим, что продукция востребована. Да. Ну и сейчас я смотрю, что ценник тех продуктов, которые там 1400, 1800, 1100. Мы специально размещаем продукцию более, так скажем, дорогого сегмента, потому что это некий сервис, да, охлаждения. Соответственно. Да. Востребованность есть. Хорошо. Уже вот если посмотреть на категорию молочки, мы видим фермерские продукты, мы видим подобный же ассортимент, что мы видели в своем другом магазине. Скажите, здесь больше SKU вот именно в этой категории или плюс-минус столько же? Плюс-минус столько же. То есть приоритетным группам мы отдали на, так скажем, нашем магазине, который открывался сегодня на 6-м объекте, тоже тот же метраж, тот же количество SKU, что и на остальных магазинах. А уже взяли, как говорится, за счет базовых, удобных категорий сокращения. То есть приоритетная группа герой, конечно, у нас отводится дополнительно, ну как, важное место, поэтому сокращать это нельзя. Скажем так, пройти мимо разливного пива, когда еще рядом такая закуска. Рыбка, конечно, нельзя. Да, мы на это очень много. И стараемся делать акцент, что покупатель приобрел пиво и сразу должен приобрести рыбку. Да, очень достойный ассортимент. А дальше, когда он пойдет, ему уже взору будет кулинария. Также мы видим, что он здесь может приобрести как фасованную продукцию, так и весовую. Действительно, получается так, что вот эти дополнительные квадратные метры позволяют очень многие вещи реализовать чуть-чуть иначе. Хотя я вижу подобное торговое оборудование, подобные продукты, которые представляются. Опять же, ваша уже такая для меня понятная история. Да, заслужила уже свое место у наших покупателей, поэтому без нее не обходится ни один магазин. Кроме этого, у нас есть, так скажем, шведский стол, где покупатель может сам себя обслужить. Ну, мы, по-моему, здесь сегодня и пообедаем, судя по всему. Все по одной цене. Уже прям манит пекарня десерты, да, ваша, конечно. Как вы сказали, категория герой? Категория герой. Я вижу, сколько производства, которое прям вот на нас смотрит. В данном магазине мы можем этот процесс наблюдать. Да, это всегда вызывает дополнительное доверие людей, потому что они видят, как это создается, и все-таки элемент шоу мы тоже здесь наблюдаем. Кроме этого, выпечка у нас также представлена открытая, и мы видим, что покупатели с удовольствием берут, они берут щипцы,
сами, мешочками. Но она совсем другого качества. Ее стоит только упаковать, и качество теряется. Ну да, есть такой момент. По кондитерке вижу большой ассортимент. Это тоже ваши кондитеры готовят? Да, это готовят все наши кондитеры. У нас кондитерские изделия представлены, мы видим, в виде пирожных, в виде тортов, в виде, так скажем, сладких пирогов. А можно ли мне, можно ли, например, мне взять вот этот торт, и чтобы на нем написали какую-то надпись прямо здесь сейчас? Ну, прямо здесь и сейчас для вас сделаю. Нет, ну это интересно для покупателей. Да, это интересно для покупателя, но у нас покупатель может подойти и попросить отрезать кусочек от данного торта, и мы это сделаем. Роллы, ой, как вкусно. Да. На том объекте у нас нет роллов. На том объекте нет. А вот да. Эта категория мне очень нравится сейчас. Сделано вручную, очень хорошо привлекает внимание. Еще раз обозначу, что все, что можно проговорить как бы такими дополнительными призывными вывесками, это всегда по-другому воспринимается аудиторией. Потому что иногда очень многие наши коллеги по цеху, скажем так, ритейлеры, да, забывают проговорить словами, ну вот этими вывесками, то, что они задумывали по поводу той или иной категории или той или иного продукта. И здесь, конечно, вы очень хорошо. Домашний хворост хрустит, как в детстве у бабушки в деревне. Да, ну потрясающее еще... слово, то есть это все сказанное. Сколько в этом объекте работает сотрудников? Около 120 человек. Вообще, если говорить про персонал, вот вы, как я понимаю, давно работаете в сети. Да, я работаю более 15 лет в данной компании, поэтому, конечно, уже можно сказать о ней все знаю. А если говорить про сотрудничество, да, то есть сейчас у вас еще в планах есть открытие новых магазинов, какие есть возможности для развития внутри компании? На самом деле мы рады любому персоналу, потому что для любого человека найдется в нашей компании работа. И это не просто слова, компания реально развивается, условия в компании, поверьте мне, достаточно хорошие. Соответственно, мы, конечно, хочется любой организации, чтобы пришел профессионал, но и студентов, либо людей, которые хотят, может быть, сменить вот, ну, род деятельности, да, мы с удовольствием ждем, обучим. У нас довольно-таки хорошая служба персонала, которая следит за развитием, обучением сотрудников. Поэтому мы рады. То есть на есть самом деле каждому, да. Есть возможность для роста, развития и роста. Есть, да. Не только прийти и работать, но и развиваться, расти в компании. Есть. Ну что ж, амбициозные, с большим желанием, обращайтесь к коллегам, пусть рассказывают уже вам подробнее, какие есть возможности. И на самом деле вот здесь точно я понимаю, что есть куда расти и развиваться дальше, и, скажем так, распространять этот опыт уже на другие объекты. Что ж, ну мы еще один объект посмотрели, здесь свободнее, и это, конечно, определяет, конечно же, свободу, ну, немножко по-другому воспринимается магазин. Всегда на новых магазинах, вот когда мы смотрим объект, вот он только-только открывающийся, будет интересно на него посмотреть спустя какое-то время, потому что чуть-чуть изменится, у них там трансформация будет. Здесь мы уже посмотрели объект, который живет уже не первый год, и таким образом мы можем его увидеть уже в таком сложившемся состоянии. Я точно могу обозначить, что мы сюда не планировали заезжать. Это такая, значит, такая была... давайте посмотрим экспромт. Что-то еще. Да, экспромт. Вот. И магазин абсолютно готов к любому вниманию покупателей, да, потому что, опять же, вот здесь праздник, здесь каждый день люди получают тот уровень сервиса, который в какой-то мере определяет тот формат, который мы сейчас видим. И здесь точно комфортно, здесь очень вкусно пахнет, сейчас вот здесь блины, вот, и мы уже готовы, наверное, также приступить к обеду, потому что обеденное время на часах.
Вот. Спасибо всем, кто сегодня немножечко окунулся в магазины, которые представляет Омск, и в данном случае коллеги Оксана. Вот. И надеюсь, каким-то отзывом можете в комментариях также что-то написать, и постараемся эти ответы, вернее, вопросы, которые вы оставляете, не оставить без внимания, ответим. We'll be right back.